Что хорошего предлагает нам сегодня мировая киноиндустрия? Ответ на этот вопрос можно найти, если у вас есть мультимедиа-диск «Энциклопедия кино». Более 500 фильмов с подробными аннотациями вошли в этот CD-ROM. Программа содержит фильтр, с помощью которого вы можете отсортировать информацию по фильмам, по актерам, по режиссерам. Например, нетрудно узнать весь послужной список режиссера Уолтера Хилла, известного по таким фильмам, как «Красная жара» и «Крепкий орешек». В базе данных имеются видеофрагменты некоторых фильмов, причем их качество изображения примерно соответствует стандарту Super VHS. В целом диск хороший, единственный минус – его оперативность. Мировая киноимперия не стоит на месте, практически каждый день появляются новые фильмы. Поэтому хотелось, чтобы этот диск был не